Впервые на экране кинотеатра «Полярный» в Анадыре 10 декабря состоится показ фильма Алексея Вахрушева «Книга моря». Два сеанса в 6 и 9 вечера пройдут с участием автора картины и совершенно бесплатно. Чукотки, а Чукотки. В день юбилея округа в кинотеатре «Полярный» состоится премьерный показ фильма «Книга моря». Его представит сам режиссер, наш земляк Алексей Вахрушев. В Анадыре завершится кинотур, в рамках которого картину о морских охотниках уже посмотрели жители Чукотского и Провиденского районов. По итогам мы хотим сделать картину, потому что очень интересно было, как люди смотрят, как люди воспринимают, как, так сказать, какие точки зрения они высказывают, что им нравится, что им не нравится. Было колоссальное количество детей, то есть очень много детей по всем населенным пунктам. И это очень важная вещь, потому что фильм наполовину мультипликационный, вот, говорящий о каких-то духовных ценностях, понимаете, вот береговых чукчей и эскимосов. Фильм «Книга моря» — это социальный проект студии «Высокие широты», реализованный при финансовой поддержке правительства округа, фонда «Купол» и еще многих других участников. В России его первыми смотрят жители Чукотки. Показ в Анадыре состоится уже в этот четверг, 10 декабря. Два сеанса будет в 6 часов, в 9 часов. Вход совершенно бесплатный. Но мы напоминаем, что в настоящий момент мы можем всего лишь 120 зрителей допустить в зал, и ношение защитной маски обязательно для всех посетителей. Фильм «Книга моря», который еще не смотрели в России, уже заслужил высокие награды зарубежных кинофестивалей. Он не оставит равнодушными и жителей Чукотки, людей, о которых рассказывает лента режиссера Алексея Вахрушева. После каждого сеанса автор проведет творческие встречи и ответит на вопросы зрителей. Анна Мартяшкина, Арсений Гусев, «Вести Чукотка».